Восточная красавица Равшана Куркова никогда не жаловалась на недостаток мужского внимания. Актрису включали в сотню самых сексуальных женщин страны по версии издания «Максим». Однако, несмотря на толпу поклонников, в личной жизни звезде не везло, оба ее непродолжительных брака завершились разводами. Недавно же фанаты заподозрили, что у артистки появился новый избранник. На одной из вечеринок в рамках кинотавра Куркова появилась в компании режиссера Владимира Битакова. Весь вечер они не отходили друг от друга, давая повода для слухов. Говорят, что вовремя одернуть предполагаемых влюбленных смог только общий знакомый. Зачем палитесь, ведь Володька женат, заявил мужчина. У мужчины есть две дочери. Фото инстаграма супруги Владимира Битакова практически ничего не известно. Режиссер редко публикует совместные снимки с возлюбленной, зато в социальной сети можно увидеть детские фотографии. Как сообщают СМИ, у мужчины растут две маленькие дочери, но ему редко удается уделить им должное время. Когда начинаются съемки очередного фильма, отец почти не появляется дома, жутко скучаю по детям, но как иначе, такова специфика работы, делился Битаков. Возможно, Владимира и Равшану действительно объединяют лишь творческие интересы. Пара познакомилась в прошлом году на торжественном приеме фестиваля «Кинотавр». Тогда режиссер представил жюри свою картину «Глубокие реки», а с актрисой разговорился о будущем проекте. Ее типаж мне очень нравится. Я посмотрел несколько проектов с ее участием и понимаю, что у Равшана серьезный драматический потенциал, который не используется в должной степени. Она обычно играет милых девушек в романтических историях, а я бы хотел дать ей большую драматическую роль, говорил Битаков в интервью Zoom. Пара познакомилась на кинофестивале «Фото». Legion Media. Сама Равшана старается не рассказывать о романтических связях, придерживаясь поговорки «счастье любит тишину», чем больше ты оберегаешь личную жизнь, тем счастливее она складывается. Несколько лет назад я приняла решение не обсуждать, не афишировать свои личные дела, и это было одно из самых правильных моих решений, считает звезда. Она также отмечала, что не прочь стать матерью, но пока не нашла достойного мужчину. К слову, в первом браке с фотографом Семеном Курковым актриса пережила личную трагедию, потеряла ребенка. Выкидыш случился на 5-м месяце беременности. Влюбленные не смогли справиться с тяжелым испытанием и подали на развод. По материалам экспресс-газеты «Класс Пост» 661 403 подписчика.